Дорогие жители Днепра, от чистого сердца поздравляю вас с прекрасным праздником, с днем нашего города Днепра. Кроме этого, у нас еще на территории области день рождения свой празднует город Павлоград, Каменская, Синельникова. Поздравляем всех жителей этих городов. Это, в принципе, праздник всей области. Мы, как представители правоохранительной системы, обеспечиваем порядок на территории области. Более 1000 правоохранителей будут работать в этот день. И обеспечим безопасное проведение праздника. С праздником, дорогие днепряне! Желаю вам счастья, мира, успехов, удачи!